Всем привет! Меня зовут Надежда, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас тема «Наши семена одешек». 5 числа я делала посев, видео я снимала. Обязательно добавлю ссылку в описании, если кому-то интересно, проходите, посмотрите. Сегодня у нас 11 число. И практически уже все одешки повыпрыгивали, все три контейнера. Вот, осталось буквально несколько семечек. Буквально. Вот. И смотрите, что я хотела сделать. Сегодня подошла проветривать вечером и обнаружила вот так вот. Слушайте, ну больше, конечно, такую ошибку я делать не буду. Обратите внимание, да, то есть я не могу закрыть до конца, потому что я бью по шляпке вот этого товарища. Вот. А с учетом того, что им всего-то без году, да, даже недели нету, ну, почти неделька, вот. И он еще совсем малыш, ему надо расти, то вот это, ну, не должно быть так, потому что первые две недели тепличка для семян, ну, как бы она имеет место быть. Вот. И если все остальные можно было бы, в принципе, поглубже, да, посадить, то вот эти я приняла решение, вот именно вот эти два, так как они одного сорта. Сейчас я вам покажу. Вот такого сорта. Вот, я решила их пересадить сейчас в отдельные стаканчики, маленькие, на фитильный полив. Вот такие вот стаканчики я приготовила, малышки. Вообще, в такие стаканчики даже можно сеять, если что. То есть изначально все так и делать. Вот. Я приготовила землю чуть-чуть, так как это очень быстренько. Вот. И мы посадим только два этих семенца. Вот, с остальными потом буду решать. Потом. Вот, в общем, смотрите, да, стаканчик в стаканчик, там маленькая веревочка, сразу же фитильный полив. Здесь у нас обычная земля, ну, как бы она, ну, как обычная, там для цветочков, туда-сюда, торф там. И я добавила, вермикулит еще там был, но оно у меня с того года просто осталось. Поэтому я добавила сюда побольше пиролита, вот, и сейчас вот так вот засыпем. Потом, конечно же, можно будет эту землицу посыпать. Вот, она же все равно тут немножко осядет. Вот, сразу же мы ее сейчас вот насыпали, да. Сразу же мы ее увлажним. Вот. Сейчас все быстренько сделаем. Так, сейчас мы вот эту прижмем пипочку. Вот так вот. Да, по идее, как бы, если вот так вот сажать в такие стаканчики маленькие, если они у вас есть, да, вот, то это, ну, здорово вообще изначально потом, ну, как бы не дергать какое-то прям вообще время, вот. А на фитильном поливе у меня одешек не было еще, поэтому я хочу, почему нет. Вот, я думаю, пока вот этого достаточно, землицу я убираю, сейчас я увлажню. Сейчас я увлажню, сразу же приготовила. Вот. Я сейчас увлажню до тех пор, чтобы прям вот стекало. Вот видите, стекает она там. Я потом ее солью. Вот. Раз. И два. Вот так вот. Водичка прям горяченькая такая, горяченькая. Так, теперь мы берем, вот видите, он осела сразу же, вот так вот расковыриваем чуть-чуть буквально, и тут то же самое, делаем легкое углубление. Вообще переносятся они абсолютно здорово, в этот раз все одешки почему-то сами, как солдатики, прикольно, да, помните, я их сажала. Ну, кто смотрел видео, я просто, то есть, укладывала. То есть, сразу положила. Вот. Не присыпала особо там, чтобы там сильно. Так, еще пошире сейчас сделаем.
Вот. И так интересно, приходишь утром, допустим, или вечером там проветривать, смотришь, а он раз там и как солдатик стоит. Сверху шляпка. И все, утром посмотрел. Угу. Вечером подходишь, смотришь, раз, а шляпки уже нет. Ну, они такие милахи вообще. Так вот я ее сделала. Вот. И вот так я ее накрою. И будет у нас тепличка. Раз. Смотрите. Ну, классный. Напишу название, сразу же прилеплю, конечно же. И со вторым мы сделаем точно так же. Сейчас его обязательно все вот эти маленькие АДшки помогайте палочкой или что у вас там есть. Вот, вот так вот. Сейчас мы его садим. Конечно, нужно быть аккуратным, ну и в то же время, как говорится, бояться их точно не надо. Вот. Посадили аккуратненько. Палочкой себе помогли. Раз, раз, раз. И все. Особо приминать тут что-то, знаете, утаптывать, ну, точно не нужно. То есть это вот как-то так сейчас будет. Сейчас я название сейчас заберу, перепишу его себе. Вот. И вторую АДшку. Ой, точно так же. Так, а эти у нас пойдут. Хотя вот это тоже надо, по идее, да? По идее бы. Тоже его поглубже, что ли, посадить. С одной стороны, а с другой стороны. А смысл глубже сажать, да? Сам по себе контейнер, вот видите, он вот такой вот небольшой, невысокий. Ну, то есть вот тут я сделала ошибку. Нужно маленько поглубже брать контейнеры, если что, имейте в виду. Так что вот эти два, ну, можно, в принципе, завтра там пересадить. Или как? Потому что я думаю, что завтра он шляпкой точно туда упрется. И все, это пойдет у нас. Это у нас сейчас все пойдет на коврик. И сейчас я вам хотела показать. Все уберу. Сегодня у меня пришли еще семена. Вот, еще семена. Я заказала. Сейчас, секундочку. Давайте откроем, посмотрим. Угу. Вау. Ничего себе, как все прикольно тоже упаковано. Вот так. Ой. Знаете, я в сортах еще не алё. Поэтому, кто знатоки, так, это бонус микс, причем со смайликом. Какая прелесть. Так, медуза, вот такой вот, Dorset Horn медуза. Так. Медуза другая. Это просто медуза, а это медуза какая-то там сиреневая, пурпл. Так, а это что у нас пришло? Ребята, это инструкция. Инструкция по выращиванию Adenium Dorset Horn из семян. Давайте я вот так вот отодвину. Если кому-то интересно, ставьте на паузу, почитайте.
Вот такая вот у нас инструкция. Вот. Ну и тут, конечно же, у нас рекламка. Так, ну это точно все. Я вам скажу так, я заказывала себе барашков и арабику. То есть те семена, которые до этого я сажала, это были обессумы. Вот. А это барашки и арабику. Совсем другие сорта, как вы понимаете. Вот. Ну, вот такие у меня приобретения. Сейчас я их тоже, конечно же, посажу. И также будем с вами за ними наблюдать. А я благодарю вас за то, что вы меня смотрели. До новых встреч. И пока-пока.